За годы независимости городская информационно-библиотечная система стала более модернизирована. Она за то время открылись новые библиотеки нового формата, новые залы, коворкинг-центры, электронная библиотека. Также фонд городской информационно-библиотечной системы переведен в электронную версию, так как раньше наши читатели могли брать только бумажного формата книги, на данный момент они могут зарегистрироваться на сайте, получить электронную версию, скачать себе на любой гаджет. Также есть специальный проект «Бесконтактная доставка книг», когда читатель регистрируется, заказывает свою книгу в электронной версии или в бумажном формате. Детские книги, конечно, да, раньше они были просто черно-белого формата и бумага другого качества. На данный момент они упростили редакции, например, книг. Детские книги стали более яркие, более понятливые, что ребенок, увидев эту книгу, захочет прочитать, так как они идут сейчас и в электронной версии в 3D-формате. Можно его читать через какое-то приложение 3D или в обычном бумажном формате. Аудиокниги у нас в начале, когда еще были когда-то на обычных бобинах, на данный момент они у нас идут в дисках, можно вставить в любой гаджет-диск или в электронном формате уже на сайте. У нас есть мультимедийные кресла, когда читатель может подойти, скачать себе на флешку, включить и может слушать и заниматься одновременно своей работой. QR-коды у нас практикуются, так как есть, например, читатели, которые хотят видеть какую-либо книгу у нас именно в электронной версии, они предлагают. Мы также эту книгу обрабатываем. И есть специальный стенд для пожеланий, для требований, куда мы помещаем эти книги. Как бы создаем QR-код и размещаем на этом стенде. Все равно мы не можем отойти от бумажного формата. Он всегда будет и есть, так как первый вариант у нас это бумажный вариант книги, а дальше уже копирование идет в электронную версию. Как бы время ни шло, современное все, что было бы, но мы не можем отойти от бумажного формата. Поздравляю вас с 30-летием независимости. Желаю вам самое главное – здоровья, открытого неба и всего самого хорошего.